Grazie. E il Gaspari Fallico è stato Fallico Cesare. Molto lieto di aver avuto presente. Avete una bella fasciata. In stile ruschi. Piero e Casiano e Bielniemez, però il primo proprietario è il tedesco. Siete del... Bila nas во 17 года до 24-го это была штаб-квартира комитета. Состояние поддерживаем. Да, лучше, чем комитет. Ну что, куда двигаемся? Вот там все готово. В то же время благодарим также Михаила Валерьевича. И также я хотел бы поблагодарить... ...сere presente la regione di Chelyabinsk non solo con la filiale che abbiamo, ma anche con programmi più ambiziosi. Так как Челябинская область предоставляет нам возможность присутствовать в этом регионе не только как филиал банка Intesa, но также участвовать и в инвестиционных проектах. Qui ancora ringrazio e se il governatore vuole dire qualche parola siamo qui ad ascoltare. Хотел бы еще раз поблагодарить губернатора и если вы скажете нам пару слов, то мы с удовольствием это выслушаем. Наш Челябинская область на сегодняшний день ведет политику открытости. La nostra regione di Челябинск adesso è una regione aperta. И мы рады сотрудничеству со всеми странами. E siamo lieti di cooperare con ogni paese. Прежде всего странами, которые имеют хороший коммерческий опыт и современные технологии. Prima di tutto con i paesi che hanno una buona esperienza commerciale e delle nuove tecnologie. А потенциал нашего региона действительно большой. Le potenzialità della nostra regione sono grandi. И мы были бы рады видеть, чтобы при освоении этого потенциала участвовали крупные компании известные. E siamo lieti di accogliere delle società grandi per trovare queste potenzialità. Внедрялись передовые технологии. Per introdurre delle nuove tecnologie. И, конечно, мы считаем, что бизнесмены Итальянской Республики одни из передовых бизнесменов в мире. E certamente crediamo che i businessmen italiani sono molto sperimentati. Очень много совместных проектов на территории Челябинской области осуществляется с привлечением итальянских специалистов и итальянских фирм. Ci sono tantissimi progetti nella regione di Челябинск sviluppati con la partecipazione delle società italiane. Поэтому мы настроены это сотрудничество только укреплять и расширять. Perciò siamo per lo sviluppo di questa cooperazione.